В Мытищах продолжается подготовка к всероссийской переписи населения. Сейчас в муниципалитете формируют переписные участки и составы комиссии. В этом году перепись населения пройдет в цифровом формате. Также россияне смогут принять участие в процессе с 1 по 25 апреля на портале госуслуг. Перепись позволит узнать численность, соотношение городских и сельских жителей, уровень образования, национальный состав и знания языков, рождаемость и другую информацию. В Мытищах всероссийская перепись населения начнется 1 апреля и завершится 30 числа. Времени осталось немного, поэтому вопрос организации переписной кампании на контроле у муниципалитета. И все детали тщательно обсуждаются, в том числе и работа стационарных переписных пунктов. Исходя из методики, население не может быть ограниченное, оно имеет право и возможность прийти на переписной участок, так? Да, но для чего стационарные участки создаются, именно на месте стационарные.